сейчас на столе и в руках анчан. Также он называется чангшу или просто синий чай. Это цветочки растения клитории тройчатый. Семейство бобовые. Многие слышали, что это прекрасный напиток для того, чтобы похудеть. На самом деле похудеть только с помощью одного анчана не получится, однако польза в нем, конечно же, тоже есть. На чашку достаточно всего нескольких бутонов, это 3-4 бутончика на одну чашку, иногда можно 5. На чайничек достаточно 10-15, может быть максимум 20 бутончиков, чтобы вот такой вот красивый цвет получить и почувствовать его вкус и аромат. Больше всего ценится анчан за свои противовоспалительные свойства, а еще анчан содержит ацетилхолин, что способствует улучшению функции памяти. Как правильно выбрать чай в онлайне? Это в первую очередь смотреть на продавца, на бренд, на отзывы. Мы, например, в своей работе постоянно проверяем качество чая, скрываем каждую пачку, каждую упаковку и смотрим, насколько там качественный чай. Соответственно, его нюхаем, при необходимости завариваем. Поэтому важно при выборе чая в интернете ориентироваться на хорошего продавца и заказывать, конечно же, у тех продавцов, кто заботится о качестве своей продукции.